вечер, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Приятно видеть вас здесь и наших друзей, и людей, которые, видимо, первый раз пришли нас послушать. Всем огромное спасибо.
Спасибо. Ну, знаете, бывает так вот, когда вот так.
Это вода. Честно. Ваше здоровье. Песня о том, как не нужно никого принуждать лгать кому-нибудь. И ему тоже, самому или ей, неважно. Едем. Concerned with you, rain or fire.
Специально для Лизону. Thank you.
На сцене вокально-инструментальный ансамбль «Рофано».
Ну ладно, теперь серьезно все. Сегодня ведь суббота.
Шишкин. Мы сейчас вернемся. Thank you.
Спасибо, ребят. Извините, что у вас немножко так, да, кажется, ну, или... Поэтому мы будем теперь реабилитироваться. Будем реабилитироваться по мере возможности. Меньше места остается вокруг меня. Музыкальные инструменты валяются. Водичка. Thank you.
вечер, хорошее время, что вы, пойдите концерт. Ну, это был обман, конечно, на самом деле, потому что... Это то, что мы умеем играть быстрые песни, это просто так. Сейчас, на самом деле, мы вернемся сейчас туда, обратно. К нашим барандам не подсказывают. Дима. Так, вы нас видите, спасибо большое.
И... Ну и для того, чтобы окончательно закрепиться в амплуа артистов, которые исполняют медленные песни, на ночь глядя, на завершение концерта, самая медленная песня, которая только возможна, «Колыбельная», сказал Андрюша, слушаемся и повинуемся. Thank you.
вам большое, дорогие друзья. Очень-очень-очень радую, действительно. И спасибо этому замечательному клубу. На сцене выступала группа Рафано. Рафано — это очень хитрое слово, я потом объявлю.
Thank you.
Да.